Ну что, всем здорово, бродяги, с вами Бодяга. Сегодня у нас бесконечная ферма дерева в Майнкрафте. Если что, это Эдисон, и за одну минуту у него уже 5300 просмотров. Ой, 5300 лайков. 144 просмотра, вот бы мне так, ну ладно. Короче, если что, у нас альбом выходит не 1 мая, а попозже. Вот, ссылка на телеграм в описании, я там уже выложил два сниппета трека, которые будут. Я надеюсь, вам они понравятся. Вот, потому что альбом будет... Вот такой вот. Короче, погнали. Пескатюхой, дровосеки, дровосеки! Мы дрового сососеки, со... Подожди, вассал моего вассала не мой вассал. Сосеки! О, кстати, а у него карие глаза, как у меня. Сам ты сососек, ёпрасоты. Как ты так у тебя быстро получается всё? Я... Катенька, привет. Одно дерево 5 минут рублю. Так. Может, потому что ты его лопатой рубишь и у 120 серии выживания до сих пор не можешь себе топор скрафтить? Ну да, у меня нет топора, потому что я не знаю, как он крафтится. А вот у тебя есть топор? Давай, это как обычно, короче. Добывай, нам с тобой нужно минимум где-то 3 стака елей, и потом еще... Кстати, не забывайте подписываться на наш с вами YouTube канал. Здесь ежедневная реакция на Эдисона. Кому интересен я, хотя бы чуть-чуть. Еще где-то 2-3 стака березы. Нам, короче, офигеть, как много дерева нужно, потому что все же мы в предыдущей серии решили... Да, решили себе построить здоровый дворец. И то, что сегодня будем строить себе новый дом. И, господи, наверное, половина подписчиков сейчас от счастья в комментариях кричит, потому что за 120 серий нас, наверное, раз 300 унизили то, что у нас с тобой бомжатский дом. Ну, корабль. Хоть он... А ведь и правда. А он говорил то, что... Так сильно нравится, я не знаю, почему большинство не нравится. Тебе нравится, Кай? Мне очень нравится, на самом деле, когда мы его в первой серии увидели и в какой-то второй, я сразу подумала, вот, это наша мечта, дай мне топор уж! Ёпрасы, я так буду год тебе помогать! Так у меня нет, вот мой топор, а я чем тогда буду рубить руками? А вот это мне уже не интересно. О, нормально, это, как я, вот так вот взял и убежал. А мы с Катюхой дровосеки, дровосеки, а мы с Катюхой кто? Дровососеки. Сосеки? Да не сососеки, а дрово! Сососеки! Что? Ты всю мою песню перековеркивала, и вот это, я уже не знаю, как там правильно. Короче... Ты... Короче, вассал моего вассала, не мой вассал. Сал, вассал, насал. Я ничего не говорил. Ты сосо, я сесеки. Или дровосек. Давай ты будешь сосо, я кеки. Иди просто руби дерево, и просто, все. Просто, да, дерево рубить, и хорошо. Без сосо и без кекеки. И без сал, и сосо... Да этим топором невозможно рубить. Как это вообще понимать? Дерево? Деревом рубить. Да я тут опять тоже год буду. Ну отдай свой алмаз. Господи, почему у меня постоянно на телефоне приходят какие-то уведомления? Да что ты мне этот деревянный сунул? Хоть я тебе не буду отдавать свой алмазный. Вот именно, он мой. А ты вот себя скрафтила деревянный, вот сейчас с деревянным и ходи. Вот смотри, как я быстро. Тут-ру-ту-ту-ту-ту. Я 10 деревьев быстрее рублю, чем ты один вот этот блок. Конечно, я с... Хорош. Алмазным тоже бы так смогла, ага. Придешь домой и сделаешь себе алмазный, алмазочный топор. Так, ну... Правильно. Ну, смотри, у нас есть почти 4 стака еловых бревен и давай где-то 2 стака березовых. Они, получается, сейчас березы и дуб собирают, да? Их добудем. И... Яичко! Яичко! Она снесла яйцо, я заметил это. Тогда можно будет текать. Яйцо бери! Домой. Не надо! Слушай, а из чего у нас дом будет? И курицу убил. И яйцо забрал. И Кате топор отдал! Вот значит как. С березовых и еловых блок. Зачем мы сейчас их добываем? Не, ну ты скажи, вот какого цвета они будут? Ну, типа, сколько будет в ширину, сколько в высоту, а какого цвета будет пол, а какого цвета будет потолок, а сколько будет этажей, а как... Катя, меньше знаешь, больше видишь. Меньше глядишь, больше знаешь. Меньше знаешь, больше спишь! Какого цвета будет моя комната, а какого цвета будет твоя комната, а как... А у нас будет туалет, но с этой же... Правильно, правильно сказал, правильно. В жизни, кстати, не было туалета ни разу. Как вообще можно жить без санузла? Ой, слушай, в тесноте-то не в обиде, без туалета, зато на улице. В Майнкрафте ходишь в туалет? Не ходишь, вот в Майнкрафте именно. Туалет не нужно делать. Короче, Кать, все будет березовое и все будет еловое. Тебе потом в будущем сделаем какую-то такую фиолетовенько-розовую комнату. Мне сделаем какую-то красно-синенькую комнату. У нас будет 2 этажа, но я тебе ни за что в жизни не скажу, какой у нас будет дом. У нас дом будет, наверное, самый необычный, который я когда-либо в этой жизни строил. У нас даже крыши с тобой. А мне даже интересно. Не будет. Короче... У нас с тобой крыши не будет, в смысле. Все сама потом увидишь.
На ушко скажи, что за дом-то будет, чтобы подписчикам тогда не говорить. Вот, что это я тоже должна знать? Хорошо, подойди сюда, я тебе скажу. Ты большая майнкрафтовская жопа. Ты офигел? Ну а чё? Я никому не скажу, ни тебе, ни подписчикам. Придём домой, всё сама узнаешь. Знаешь, ещё раз не хочешь говорить, на вот тогда забирай топор, я тебе помогать не буду, всё. Ну тогда я тебе потом не помогу сделать розовую комнату твоей мечты. Сама сделаю. А где ты сделаешь, если я тогда дом не построю и не сделаю тебе этаж? Всё хорошо, я тогда сделаю только себе один этаж, а ты будешь жить в будке с чебураком, если не хочешь мне помогать. Всё. С чебураком. Ну как бы корабль-то никто не отменял. Корабль закрыт на ремонт, туда вход воспрещен. Всё. Буду от злости тогда свиней дубасить. Вот так, вот так, вот так. И ещё. Бедит, не ходит, говорит, прикинь, не хочешь, говорит, какой дом у нас будет. Да, свинья-то знает, какой дом. Ладно. Так, а я не поняла. Там же стояла у нас плавильня. У нас что, плавильню сперли, что ли? А, да, среди... И, кстати, не забывайте включать уведомления, потому что YouTube иногда не присылает уведомления о роликах. Если видите видос Эдисона, это означает то, что я сразу же иду смотреть его и выкладываю реакцию где-то через час сразу, вот как посмотрю. То есть ждите в течение часа. Белого дня просто воры пришли, целое здание сперли у меня на глазах. Так пошли искать, я не знаю, надо объявление повесить, пропала плавильня. А ты мне будешь тоже блоки давать, чтобы я помогала там тебе, или я буду просто со стороны смотреть? Ну, если ты обещаешь, что ты нигде не накосячишь, тогда буду тебе давать блоки. Обещаю. Все, так. А я уже, Катя, знаю, как она косячит. Да, делай еловые доски. А как? Отдай обратно, я сам все буду строить. Я пошел! Все правильно. Спасибо, я умею делать доски. Просто надо поставить верстак. Все. Ладно, учились доски. Это смешно. Доски же надо сделать. Пердоски! Ты или делаешь, или вообще мне не помогаешь, ядрёна Катя! Сначала мы... Ядрёна Катя! А я обычно делаю ядрёна Матрёна. С тобой, Катя, должны выстроить форму. Здесь вроде должно быть 18 блоков в длину. Спасибо, спасибо, огромное спасибо. Ой, а что это такое? Ну, это я примерно расчертил, как будет выглядеть наш дом. Он будет начинаться где-то вот... Ну, слушай, на самом деле здоровый дом. Или можно даже побольше сделать. Ну, посмотрим. Здесь, но я, наверное, сделаю его на 2 шире. Сюда нужно поставить 18 блоков, смотри. Мать моя женщина, я как будто смешариков смотрю. И Катяжопечка, с другой стороны сделай так же, как я буду делать здесь. Смотри, вот так... И вот так. Это разрушаем, и это разрушаем. Понимаешь? Так, сейчас, погоди, вот... Да. Подожди, я что-то не понял. А это... Подождите, господи, меня уже так задолбало вот эти вот уведомления приходить. Ваше видео лайкнули! Спасибо. Надо выключать просто уведомления мне иногда. Я не понимаю, а что это за магия? Как это так получилось, что блоки теперь стоят... Вот-вот-вот на миллиметре. Это вообще нормально? Да. Дай топор, пожалуйста. Иди скрафти себе наконец-то. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, у меня не получается. Семь, восемь, девять. Так, все. Мотыга получается, а не топор. Просто шикарно, просто шикарно, Кать. Да, вот так. Да куда это алмаз-то сунуть, чтобы топор получился? Засунь прям куда-то его хорошо, так засунь, чтобы все получилось. Он так это говорит, я не могу, просто Эдисон. Ты... Да, раз, вот... два. Вот так. Мотыга! Ну топор, там топор! Два алмаза, значит, засунь! Значит, не туда суешь, Катя, в другое место засунь! Так. Кать, сувать никуда не умеешь! Третий алмаз нужно засунуть! Два там всего лишь! Раз, два, три, четыре, пять, кирка получилась! Семь... Господи! Восемь, девять, вот. Нормально. Так надо было три алмаза, вниз еще один. Че ты меня там пудришь? А, ну значит, да, я ошибся. Так. Так. Короче, смотри, я все, я уже сделала топор. Вау, слушай, красиво. Топор, ё-пресоте. Да, пока ты там делала топор, я уже успел сделать вот это, да. Ну. Слушай, круто, круто, круто. Примерно вот как-то вот так будет выглядеть наш будущий дом. Да ты читер недоделанный, как ты это все быстро так построил? Я, блин, только за это время... Читер недоделанный. Недоделали, значит, Эдисона. Топор сделал, а ты уже тут...
дом построю, все, можно здесь жить. Пошли. Еще пока нет. Так, работа для тебя, Катюха, надо вот весь этот пол засроить еловыми досками. Давай, вперед, вперед. Катюшка, строитель в деле. Подожди, это что такое, это что такое? Это специально. Катюша, гастарбайтер в деле. Сейчас я буду строить самый важный элемент нашего дома, который будет находиться где-то вот здесь. Давай. Входную, наверное. Эй, Катюх, засраивай. Или что? А мне не хватит так мало блоков, подай еще. И, Катюшка, строитель. Ой, наконец-то все, я не в аду, где я Катюшка-бульдозер. Ты смотри, сколько много у тебя профессий. Катюшка-бульдозер, Катюшка-строитель, Катюшка-нубасосина, Катюшка... А вот давай вот без... В смысле нубасосина? Вообще-то она не нуба, она хорошо играет. Последнего. Хорошо, без Катюшки-нубасосины, хорошо. Как вот... Ты всегда так быстро строишь, типа... Вот видишь, получилось! А ну давай еще раз... Фига себе, слушай, а быстро? У меня не получалось так никогда. Криво, конечно, но да ладно. Нет, так, молодец, на, молодец. Забирай вот этот свой дерн, а то нашла себе лопату на шелковое касание, сейчас сразу землю можешь, да, копать, а не... Ой, я аж прослезился, Катенька, молодец, учится. Ой. Грязь. Опа, березовые досочки делаем. И сейчас, Катюха, смотри, что у нас с тобой получится. А получится прям красотища. Ну-ка. Раз, два, с... Ой, ты куда пополз там? Опа. Че за ерунду какую-то строишь? О, опа, прикольно, жена... я понял, что он хочет. Окно не похоже. Опа. Так это не окно, в том-то и прикол. И последние штрихи так, так и вот так. И сейчас у нас с тобой получается... Так, подожди, вот это надо убрать, вот так. А, типа Эдисон, я понял. Я поняла, это парусник в честь нашего разбитого корабля. Типа, ну, парус от корабля, здесь надо палочку, получится вот, ну... Кать, нет. Да? Какой парус? Подальше тогда отойди отсюда, посмотри, что у нас получается. А я что-то не понял, это перевернутая какашка или что? Перевернутая какашка. Треугольник. Ладно, тогда строим дальше. Сгоняй в склад за стеклом. Я пока продолжу строить. Стеклянная перевернутая какашка. Парусник. Так, два стака я тебе стекла принесла. Да как ты это так? Ну или это Эдисон, Эдисон, типа перчик, да, такой, перец. Все быстро-то делаешь, ну так нельзя. Я не понимаю. Тя, на тебе вот это стекло и объясняй, как ты так быстро строишь. Тут это не я быстро строю, это ты просто все медленно делаешь. Кать, Катюшка-строитель, опять для тебя одна задача. Тебе нужно сейчас забраться на крышу и позакрывать вот эти все дыры еловыми досками. Справишься? Еловых досок осталось мало, нужна подмога. Держи подмогу, залезай. А у нас это есть? Стремянка там? Нет, такое? Прям выстраивайся под собой по одному блоку. Ой-ой-ой-ой. Так, так, так. Прям все застраивать? Да, прям все вот эти дыры. А пока ты там будешь... Ставлю ставку, что она упадет. Будешь застраивать дыры, я сделаю... Ты до сих пор не догадалась, что это такое, Кать? Да догадалась, я догадалась. Просто для подписчиков интригу держу. Что это? Ну что это? Давай скажи. Это кнопочка Ютуба. Ну... Да! Это кнопка Ютуба! А вы чё, не поняли, что ли? Ха. Ха. Наконец-то то! Парусник, парусник! Какой парусник? Ты там как, справляешься? Не падаешь? Кнопка Ютуба. Ладно. Да... Да знал я, что это кнопка Ютуба, знал. Справляюсь, только медленно очень. Боюсь упасть. Ну шо, последнее осталось. Ставь. Оп. Опа, молодец. Так, кнопочка молодец. Сделана, но сейчас Катя... Она так мило это сказала? Вот это все нам с тобой нужно будет застроить коричневым стеклом. Ты знаешь, как делается коричневое стекло? Точнее, коричневый краситель. Я тебя, кстати, учил. Значит так, мы идем, добываем какао-бобы, делаем коричневый краситель, потом ставим стекло вместе с красителем, и получается коричневое стекло. А ты откуда знаешь, я тебе не рассказывал ничего про какао-бобы? Рассказывал! Ну ладно, все, пошли тогда. Ты бежишь за стеклом, притаскивая все стаки, там, кстати, две новые печки стоит на... Блин, как круто они сделали, вот бы...
Вот бы тоже как-нибудь с Эдисоном сыграть, ну ладно. Слаги, вот там тоже стекло забирай, я пойду за какого бобами и встречаемся возле кнопки. Давай, быстренько! А шо нам так много стекла, шо ли надо? Да, прям нереально много. Если я хорошо помню, да, вот здесь у нас какао-бобы, и вот эти, кстати, тоже можно добыть. Они уже давным-давно вот это созрели. Офигеть! Так, новая партия. А ты мне... Он все здесь знает. Печенюшки-то когда-то будешь делать? Ты обещала, то, что у нас будут какао-бобы, печенюшки будут каждый день, а их, по сути, нет вообще. Ну вот будет новый дом, будет там кухня, будет там печка хорошая. Будет, будет, все будет. Держи, Катюха, тебе 2 стака коричневого стекла и мне 2 стака. Смотри, так. Что нам с тобой нужно сделать. А я думал, это какашка перевернутая, господи. Все еще вспоминаю, думаю, вот дурак. Полностью всю вот эту стену надо сделать из коричневого стекла. Вот здесь. Вот так. Опа. Просто вот это... Вау, вообще незаметно, кстати, что это коричневым стеклом. Ну, типа, как бы прозрачно столько. Я дальше сама. Давай, все, засраивай, я просто наблюдаю. Так, мы сначала сделаем вот так. Обозначим границы. Да сюда! Да, да, ну выше, полностью все. А, ну потом разберемся, короче. Так. Вот, ой, вот. Так вот, так вот, так. Короче, не смотри на меня, я стесняюсь. Все, хорошо, не буду с этой стороны тогда все делать, давай. Кто быстрее, ну-ка. Так, это нужно вот так вот. Так, ты там как, справляешься? Хватает стекла, не хватает? Да, чё-то вроде хватает, не знаю. Ну давай, давай, сейчас посмотрим, как это... Блин, как красиво получается. Все выглядит, только нашу кнопочку надо немножко подприукрасить со всех сторон березовыми досочками. Не зря мы их же добывали. Вот сюда... Вот сюда, вот сюда, 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 вот так, и здесь оставляем один промежуток, понимаешь, вот здесь ничего не ставим. И потом все это также продолжается, то есть нам с тобой нужно сделать мозаику. Мозаику, да, ну или же как шахматная доска. Из березовых досок, вот так. Все понятно, Катюха? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Молодец. Вот так. Молодец. Все, давай ты тогда делай. Красавица, молодец, а понимает сразу все. Делай мозаику, а я все заполняю березовыми досочками. Получается красотень. Если бы я знала, что дом так просто строить, да я бы уже 100 таких построила. На слабо берет. Что? Ну, слушай, выглядит очень даже аппетитненько. Ну, прикольно, прикольно. Знаешь, почему? Ну? Потому что похож на Nesquik Duo. Ну, типа, белые. Да-да-да. И черные шарики, шоколадные, молочные, там, синие. Ну, кстати, да, кстати, да, похоже. Но выглядит реально прикольно, как шахматная доска вот так. Вот, шахматная доска. Да, я. А я не поняла. А у нас тут Игорёк что-то забыл. В смысле? Так чувак? Ты стекло не ломай. У тебя что, вечные запасы коричневого стекла, Кать? А чё он тут вообще на наш дом-то? Ёлка. Ну и ладно. Ты даже Игоря убить не можешь, что ли? Опа! У меня одно сердечко было. Кость, с него картошка выпала. Нормально, в хозяйстве пригодится. Так, ты сгоняй за фонарями и за вот всем там остальным можешь сделать еловую вот эту дверь, а я пока сделаю нам с тобой вход в наш... А ведь Игоря жалко, умер. Дом. Он будет находиться где-то вот здесь. И подожди, полегче, еловая дверь, фонари. Ага, молодец. Как хорошо-то. Вот эти информацию. Да, давай, перерабатывай. Опа. А еще захвати еловые люки, если тебе не сложно, хорошо? Слушай, а вот уже лучше. Жди не так быстро. Вот так, да, вот здесь будет у нас вход. Еще здесь мозаику нужно сделать, на полу, Кать. Ой, ну давай потом, я устала. Не, прям сейчас надо. Вот, это хорошо. Это я понимаю, красотища. Так, выкидывай досочку. Это фонари. Это колокольчики! Зачем мне колокольчики-то притащила? А-а-а, серьезно? Я сейчас схватила первый попавший. Давай! Ладно, шучу, вот, держите фонари, я обмануть хотела. Ай, шутница! Шутница-то такая. Ай, такая. Шутница, дверьки, надо... Хорош. Надо сделать обязательно двери, тоже еловые. Иди сюда, Катя. Иди сюда, иди сюда. Вот так, ага. Ставь вот сюда люки, вот сюда. Вот. Умничка. Катюш, молодец.
как-то наугад что-то начала делать, подумала, по-любому не так. Все так. Я угадала. Все так. Слушай, так, кстати, колокольчик же можно оставить, а чё, пригодится в хозяйстве, нет? Люди же будут приходить там, хотя у нас нет друзей. Хотя есть наши дети. Вот, будут сюда приходить и... Дети уже есть? Как? Приходить. Ну, будут. Будут приходить и звонить на вот эти в колокольчик. Эдисон, ты еще слишком молод, чтобы детей делать. Детей. Дети. Дети. Слушай, ну все, я уже устала строить. Ну давай уже все передохнем, перекурчик там, пойдем покушаем. Ну мы столько всего сделали. Хорошо, заходи, давай. Давай, вот так. Нам еще столько осталось сделать вот эту кнопку Ютуба. Я внутри хочу сделать настоящий аквариум. Там будут водоросли, там будут плавать рыбы. Вот это интересно. Потом нужно сделать еще второй этаж. Здесь будет два этажа. Кать, тебе розово-фиолетовую комнату надо сделать. Все будет розовой. Ты подожди, ты все секреты-то не раскрывай. А, ну если розовую комнату, то в принципе можно продолжить и сейчас. Поэтому нет, давай, что принести? Стой. Да, кстати, все секреты-то раскрывать сразу не надо. Ну давай тогда в следующей серии. Мы сейчас построили именно вот сам дом, а в следующей серии тогда у нас будет интерьер, розовые комнаты, красные комнаты. Здесь у нас будет телевизор на стенке, здесь у нас будет аквариум, здесь у нас будет с тобой кухня. Да все, тихо. Давай, да сейчас продолжим, сейчас уже быстренько все сделаем. Я хочу комнату прямо сейчас. Нет, все, пошли. В следующей серии, так в следующей серии выходи. Вот здесь забыл вот это вот сделать, господи, вот, все, вот так нормально, все, давай, пошли. О, кстати, а вот теперь лучше. Что это такое? Я тебе предлагаю забраться на конюшню и с конюшни посмотреть, как получается наш домик. Мне кажется, просто очень, опа, пчела, очень симпатично. Ты будь там, ты оставайся там, ага, вот так. Какашка же! А ты, я как бы даже забыл то, что мы с тобой возле Эйфелевой башни будем-то жить. Слушай, ну прям как в Париже. Мечта. Мечта. Они, кстати, я смотрел влог у них, вроде как, они же, где он предложил ей пожениться в Париже, помните? Ля Пари де ля Франце. Ну и зачем? А просто так, не. Эй, вы там! Вы только подписаться-то не забудьте, а то мне в следующей серии розовую комнату буду делать. А то все пропустишь и все, и будешь потом плакать сидеть. Ага. Ладно. Короче, ну мне понравилось. Я предупрежу сразу то, что реакции на Эдисона у нас ежедневные. Если посмотрели Эдисона, то дуйте к нам. Если ждете нашу реакцию, то ждите. Вот, потому что сразу, как только выходит у Эдисона видос, я сразу же и делаю на него реакцию. Сразу. Поэтому, если хотите вместе со мной смотреть, то ждите. Все, спасибо огромное, что досмотрели до этого момента. Кстати, мне очень понравилось. Прикольно. Эта серия хорошая была. Вначале, правда, у меня уведомления постоянные были, что кто-то выкладывает видео и так далее. Надо ставить только уведомления на Эдисона, А4 и на остальных, кого мы смотрим. Спасибо за просмотр и до новых видео. Да.